Кировский боец стал победителем международного турнира по смешанным единоборствам «Урал-ФС». Поединки проходили в Самаре. На турнир, титульными спонсорами которого выступают «Уралхим» и «Уралкалий», заявились больше 25 бойцов. Из России, Бразилии, Греции, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии. В программе были бои по правилам ММА и кикбоксинга К1. Кировский участник Владислав Фокин одержал победу над соперником из Кыргызстана в весовой категории до 93 килограммов. О своей подготовке спортсмен рассказал за день до победного боя. Подготовка прошла все хорошо, без травм. Всю основную часть подготовки проходил в Кирове. Перед самим боем уже проходил подготовку в Санкт-Петербурге в клубе «Сечь». Спарринговая работа, набарывались и уже готовились к выходу на бой. Кстати, следующей площадкой для турнира «Урал-ФС» может стать Киров. Об этом рассказал генеральный директор Международной лиги по ММА и К1 Радмир Габдуллин. По всему округу, Приволжскому федеральному округу, все субъекты тоже смотрят, за этим следят активно. Многие губернаторы звонят, спрашивают, а когда у нас «Урал-ФС» проведет такое мероприятие. Турнир отличается тем, что очень много представителей социальных сфер. Ректоры вузов, студенты, директора школ. Это очень важно для нас, потому что «Урал-ФС», «Урал-Калий» – социально ориентированные компании.